Всем привет, это Андрей Гавриков, и это мой завершающий видеоролик из поездки по Малайзии и Брунею. В этом видеоролике мы с вами покатаемся вокруг столицы города и погуляем по речной деревне Кампонг-Эр. Ну как погуляем? Погуляем и в самой деревне, поплаваем вокруг нее, под ней, в ней. Это совершенно удивительное место. Я до этого был в речной деревне в Камбодже, и... Ну, это два разных места совершенно. Это прямо такой хай-тек, деревня на сваях, на воде. В общем, это надо обязательно видеть. И после этого мы с вами перелетим в Куала-Лумпур, откуда отправимся в тайский Хуахин. На этом, собственно говоря, и закончится серия моих видеороликов из этой поездки. В общем, не пропустите эту деревню. Будет интересно, полезно. Погнали! Всем привет! Это финальный день в Брунее. Сейчас заехали позавтракать и пообедать одновременно. Время 12 часов, и все закрывается. Пятница сегодня, джума. Ближайшие 2 часа ничего не будет работать, поэтому успел вовремя перекусить. Ну, как-то так. Правила кухни, никаких специальных заказов. Ну, по факту это все глупости. Мне сделали вегетарианский рис с овощами, еще и по цене в 2 раза дешевле, чем остальные рисы в меню. Они вышли, как-то посчитали, убрали оттуда креветки и прочее. Так что как-то так. Bad guys. Почтовые ящики в торговом комплексе оторваны в крышке, как видите. Интересно. Здесь, видите, выжило несколько крышек. Повезло. Все закрывается. Люди расходятся. Пятница. Стоимость на аренду помещений $1.50. Пятница, время дневной молитвы, парковка вся забита, город не работает. Парк перед мечетью. Сейчас в нем только я и какой-то турист, судя по всему, скорее парень. Как-то вот так. Залив, а там вдалеке, видите, строят мост, который соединит разделенные части Брунея. Окей. Так, креветки маленькие, купленные в Малайзии, продают их здесь. Бизнес. That ship is international route. Мост на остров, где китайцы и корейцы добывают нефть брунейскую. Сельский магазин. Процентов продуктов Брунеи поставляется из соседних стран. Килограмм картошки 50 рублей, имбирь 130 рублей за кило. Специальную сетку забрасывает. Вдоль набережной находится вот несколько таких пунктов, где вас могут забрать и отвезти в город на реке.
с этим уже лодочником мы договорились заранее. $20 местных, 1000 рублей. Часовая поездка. Поедем, катанем. The elephant is coming! It's okay. Hello. Hello. Опоры сделаны из бетона, потому что вода соленая, и дерево быстро бы испортилось. И канализация здесь своя есть. Переходики между вами. Вот дед маневрирует. Крокодилы и снейкс. Самое цивилизованное поселение на воде, которое я видел, знаю. Здесь есть свой полицейский участок и своя школа, и канализация, как видите, и дома достаточно современные, на бетоне все сделано внутри. Здесь живет очень много иностранцев, приезжих, и некоторые местные, вот мне мой товарищ говорит, боятся сюда заходить, потому что могут быть какие-то проблемы. Но по факту, конечно, мне кажется, это все преувеличено. Но очень-очень необычное место, колоритное. Где еще в мире вы видите на воде вот такие цивилизованные здания? Вот школа, здание школы оранжевое. Вот это. Смотрите, здесь целые дороги бетонные между. То есть здесь вообще можно передвигаться по этой деревне без лодок. Глобально, как я понял. Посмотрев на карту Google сверху, почти все соединено. М-м-м.
Пойдем погуляем сейчас. Как я понимаю, наверное, или что. А, это так разворачивается хитро. Вау. Бриллиант. Пыли. Наверное, одна. Если не уникальная, то одна из немногих мечетей на воде. А это полицейский участок. Полицейский участок на воде. Огонь. Да, еще вы знаете, только сейчас обратил внимание, что здесь стоят столбы электрические с электричеством. То есть здесь не на аккумуляторах, как в Камбодже какой-нибудь там электричество подают, а именно постоянный ток. То есть, ну как бы вот народ просто привык так жить. На паром причаливает скоростная лодка. Это туристы с границы Малайзии. Вот так вот их сюда доставляют. Там, судя по всему, паспортный контроль и все такое. А это здание еще одной школы. Вау, 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 вау. Be careful! Видите, элитный район. Новостроечки. Спутниковая антенна, калитка. Телевизор, интернет. Все, что надо для жизни, есть. Просто люди привыкли веками так жить. Сейчас смотрите, перекресток в деревне. Налево пойдешь. В один район попадешь. Прямо пойдешь. Вглубь попадешь. Очень колоритно, конечно, все это. Элитная застройка. Название улиц, а это вот правительственное здание. Здесь находится шеф, мэр этого мероприятия всего. Здесь царство кошек. Don't worry. It's illegal. No. Это нарушение закона Брунея, ребята. Здесь пахнет сигаретами. Hello. Jim. Пиджонс. Маленький магазин. Магазин. Hello. My name? Андрей. Браун. Девочки показывают.
What my Facebook? Андрей. Андрей Гавриков. Андрей Гавриков. Russia, Moscow. Андрей. Moscow. 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 Вызвал смущение. Окей. Let's go. I like your mobile. Это опасное заявление. They like us. Looking strange, yes? О, здесь идти погрустнее чуть-чуть все. В общем, ребята, по моим ощущениям и эмоциям, это место номер один в Брунее. Здесь кафешка своя, я понял, где они готовят. Там те самые креветки, которых мне девочки показали. Видите, висит здесь лампа, свежая вода и креветочки. Мой друг говорит, мне даже не пытаться этого делать. Ну ладно. Сколько кошек вы видите на фото? Это government buildings, yes? Yeah, тут все постройки государственные, поэтому выглядят так гламурненько. Небольшая поправочка по поводу этих современных домов. Лодочник сказал, что это дома построены для малообеспеченных семей, там одиночек матерей, инвалидов, бедных вообще в целом людей. Круто, круто, круто. Смотрите, в машине внутри приклеена фотография семьи. Очень необычно. Забавный факт, я думал, это совпадение, но уже в каком месте подряд. И мой друг сказал, я сейчас еще раз уточнил обменники, здесь спокойно дают сингапурские центы. Они в обиходе, я так понимаю, они, наверное, один к одному курс или примерно как-то так. Забавно. Фотографии семейной пары. Детишки Бэтмен, Спайдермен и Супермен. Пластиковые пакеты в магазинах не продаются, не выдаются. Борьба за экологию. Тофу, внутри которого закручены всякие овощи, обжаренные во фритюре. Не острая, очень прикольная штука, не знаю, как называется. Открытие этой поездки — королевские авиалинии Брунея. Классный сервис. Интересный момент, что нумерация начинается с 21 ряда здесь, в эконом-классе, сразу же. То есть я вот сейчас сижу на аварийном выходе, на 1, 2, 3, 4, 5 по счету. Но место у меня 28-е. Какое? 28-е даже. 1, 2, 3, 4, 5. Странно, смотрите, нумерация 21, 22, 23, 26, 27, 28. То есть еще пропущено, очень странно. Энергистрацию внутрь запускает только по категориям, то есть сначала категория A садится билетов, потом категория B, C, D, у меня вот E. По какой логике, немного непонятно, но они так равномерно салон загружают. И очень крутая интерактивная штука здесь. Здесь всякие игры есть, фильмы и прочая вещь. И достаточно удобно, не то что наш вот этот глючный в Аэрофлоте, которым фиг поуправляешь нормально. Чего необычного, спросите вы меня, Андрей? Подумаешь, фитнес. Просто ситуация в том, что вход в фитнес располагается на этаже, где одни рестораны. Понимаете, да? То есть что-то поел, пошел, позанимался, позанимался, пошел, поел. Огонь. Местная аптека, какое-то лекарство, премиум Тангат Али. Стоит 352 рингита.
на 17 рублей умножайте, получите. Какие-то деревяшки вот напиленные. Так и подошло к концу мое это небольшое недельное путешествие. Я надеюсь, вам понравилось, надеюсь, это было интересно. Узнали что-то новое для себя, необычное. Захотели побывать в этих местах или убедились, что вы ни в коем случае не хотите туда поехать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если вам это все дело не понравилось. Следите за обновлениями на канале. Скоро будет новое видео. Всем спасибо и пока-пока.